Проблема с местами в детских садах по-прежнему стоит перед родителями малышей довольно остро. В большинстве детсадов на будущий год группы уже сформированы. Об этом сообщил накануне начальник управления образования администрации Рязани Виталий Еремкин. Также он добавил, что в некоторых дошкольных заведениях будут открыты дополнительные группы. Группы, которые будут открываться, еще раз повторяю, в 2014-2015 году, будут открыты только со 2 сентября. Опять же, традиционно понедельник запись жителей Советского района, вторник – Железнодорожный район, среда – Октябрьский и четверг – Московский район. Что касается платы за детские сады, то с 1 сентября данная плата не изменится и, как и в прошлом году, будет составлять 1296 рублей. И еще хорошо рязанским силовикам не забывать и о безопасности детсадов. Вот, например, недавно отремонтированный 119-й. Мы находимся у детского сада номер 119. Сейчас мы попробуем зайти внутрь на территорию. Впрочем, у нас не получилось, оказались двери заперты изнутри. У других ворот нас встретил охранник. Он объяснил, что после реконструкции работники детсада не оставляют детей без присмотра. То есть, вот когда дети на прогулке, охранник тоже с ними вместе, да? То есть, в принципе, ничего не может произойти, да? Вот так. Ну, с точки зрения безопасности нас, конечно, очень сильно интересует. У другого детсада на улице 26 бакинских комиссаров со стороны дороги дверь заперта наглухо, не пройти. Однако другие ворота оказались не запертыми. Массивная цепь накинута на решетку лишь для вида. Получается, заходи кто хочешь. Таким образом, работникам полиции необходимо устраивать проверки детсадов не только после вопиющих инцидентов, но и постоянно.